после войны всегда криминал начинает подниматься в гору. Ну, потому что, блядь, все ведомства, они уже обессилены, потому что едут из МВД, из разных структур. И сейчас он сразу вот одним выстрелом двух зайцев убивает. Он будущую проблему решает, нахуй, что криминогенность спадает, нахуй. И, то есть, пожалуйста, вот есть кому, короче, хуёв где-то. Они там, короче, лекцию нам прочитали всем, кто на типа, блядь, Украину. Ворон, кто ворон? Не мы. Не нас. Что на типа... Ворона тут с екатерининских времен, на типа Украина, короче, ебать, вот, российская. Что на типа там, вот такую хуйню объяснили. Россия без Украины не існувала, блядь. Без Украины бы она с Гитлером бы войну не вывезла. Украинский фронт, ёпта, он, блядь, считай, ебать, половину на себя взял, нахуй. Так что я хуй его знает, в чем дело, нахуй. Да не, Россия это, блядь, клоака, ёпта. Не из-за того, что меня там посадили, ёпта, а из-за того, что ты там блокирован полностью, ты ничего не можешь. Там, блядь, ты ничего не добьешься вообще, нахуй. Чё, в тюрьму же сел? Значит, можешь. Да, ты сел, блядь, на нервной почве. Знаешь, як мене дед колись жартував про Росію, про Радянський Союз? Що половина сидить, а половина охороняє. Да, а да. Ви досі там так живете, блядь, і вас все влаштовує. Нормально. Ми так не хотіли, ми підняли Майдан, блядь. От. А чё ви так не можете? Потому что он Вову себя, знаешь, что сделал? Он знал, что будет кипиш в России. Он просто взял себе Росгвардию, создал нахуй, пусть несколько тысяч, А в Росгвардии кто, на люди служат? А им похуй, они из-за денег, ёпт. Понимаешь, там в России всех держат на таком количестве денег, да? Что, там как... на каком там же у вас денег, блядь, налышится скоро? В России живут только олигархи, ебать, и, блядь, мусора, ёпт, и, блядь, чиновники, ёпт. Остальные люди прозябают, ёпт. А сам звідки ты? А? Да, же в России. Я родился в России. Не, ну я разумею, да, жив сам. Место, город. А, в Москве, город, ну, рядом с Ногинском, Старая Купавна. Я живу в подъезде с одним человеком, который предотвратил ядерную войну в 60-х годах. Который не нажал кнопку, отказался. На Карибском кризисе.